Последствия засухи, отмена пошлины на ввоз европейских вин и отсутствие поддержки государства привели сферу виноградства и виноделия к угрозе исчезновения. Одесская область – ведущий регион виноградарства и виноделия в Украине, ведь в области расположено около половины отечественных виноградников. Однако сейчас сфера находится в кризисе. Сезон 2020 года стал для виноделов настоящим испытанием. Из-за засухи объемы урожая уменьшились в 5 раз. Вдобавок к этому, с 1 января 2021 года в Украине действует нулевая пошлина на ввоз вин из Европейского Союза. Это при том, что с 26 января 2021 по постановлению Кабмина минимальная розничная цена за 1 единицу алкогольной продукции в Украине выросла с 89 до 109 гривен. Поэтому депутаты областного совета обращаются к правительству с просьбой вернуть пошлины на импортные вина, снизить налоги для украинских виноделов, в том числе отменить марки акцизного налога для натуральных вин, разработать систему страховых компенсационных выплат в случае неурожая и установить минимальную обязательную долю отечественных вин в ассортименте предприятий розничной торговли. Отметим, туристов интересуют именно местные вина, ведь это одна из составляющих национальной культуры. Качество одесских напитков признали и за рубежом. А несколько лет назад Одесский регион получил грант от ЕС на создание аутентичных гастромаршрутов области.